Всем привет! Сегодняшнее видео будет для неравнодушных людей, для спасателей, для тех, кто оказался волей-неволей в такой ситуации, которая очень часто происходит. И на вот этом видео мы хотим показать именно, как фиксировать собаку для того, чтобы можно было безопасно ее поднять на руки, травмированную, и транспортировать в дальнейшем. Мы очень извиняемся за качество съемки, потому что все это было не по сценарию, грубо говоря, и мы сценарий никогда не делали. Ситуация происходила в натуре, как говорится, и человек, который снимал вот этот сюжет, он держал камеру вообще впервые в своей жизни. Шум дороги. Уже извиняйте за качество съемки, но то, что мы хотим вам передать, там можно видеть на вот этом пейзаже. Очень плохо слышно, поэтому мы решили переснять вот это видео предварительное и объяснить, что мы хотели там показать. То есть берется вот такой вот бинт, вот такой длины приблизительно. Вот так завязывается узел, затягивается на морду собаки. А свободные остальные два конца завязываются у нее за ушами. И таким образом, ну, туго затянул и за ушами зафиксировал. Таким образом можно собаку транспортировать, взять на руки, безопасно для себя. Хотя при завязке, если честно, бывают случаи неадекватные. У меня как на хорошем прикладе крестиков доставлены. Все, всем пока, еще раз хотим извиниться за качество съемки. Ну, ребят, вы выбираете либо качество, либо новости. Не всегда у нас есть возможность, как вы сказали, сделать это все качественно. Это будни приюта, это жизнь приюта, так что еще раз просим прощения за такую съемку. И напишите, пожалуйста, в комментариях, готовы вы смотреть такие видео. Если такие видео готовы смотреть, если они устраивают людей, которые любят животных, вас просто закидают таким материалом. Ну, а будет время, будем что-то более шедевральное делать. Все, всем пока, удачи. Короче, на трассе какой-то, которая вот Гнездово недалеко. Здесь на обочине лежит собака уже двое суток, недалеко от заправки. И в приюте и так работа, вот так вот, честное слово, время на все не хватает. Сегодня погода как бы не очень хорошая. Надо собаку забирать однозначно. По всей видимости, у нее переломано что-то. Вот, будем смотреть. Хорошая, у нас хорошая девочка, там похоже крыша вылетела. Разрыв. Не бойся, я не обижу тебя. Как тебя зовут? Видно. Меня Дима Сергеевич, а тебя как? Я 100 раз это делал. Меня 100 раз кусали. Давай не будем, чтобы 101-го не было. Не хочу. Хорошо? Ну не бойся, все, не бойся, давай. Хорошая, ну все, не бойся. Хорошо. Вот, молодец, хорошая собака. Хорошая, не бойся, не бойся. Хорошо, не бойся, вот так, умница, хорошо, мы тебе поможем. Не бойся. Хорошо, девочка, молодец.
Вот так, умница, хорошо. Поедем сейчас в больничку. Поедем, не бойся. Хорошо. Опускай. Так. Жан, давай покрывало какое-нибудь. Я сейчас попрошу на заправке людей, чтобы помогли. Ну вот. Барбоскина транспортируем сейчас в приют. И, я думаю, уже ближе к вечеру врач ее осмотрит, сделает рентген, и дальше уже будет видно, насколько она пострадала.